Ребята, всем привет! Меня зовут Юля, это моя подруга Карина, и сегодня мы будем снимать видео, в котором мы должны друг другу весь день говорить только «да». То есть мы не имеем права говорить друг другу «нет», отказывать в каких-то просьбах, идеях и что-то такое. Думаю, что это будет сложно, весело и интересно. И, кстати, сейчас вы на моем канале видите первую часть этого видео, а на канале Карины по ссылке в описании вы можете посмотреть продолжение нашего дня, нашего видео, если вам, конечно, интересно, но я уверена, что там просто мега интересные кадры. Мы еще не знаем, наш день только начинается. Очень смешно, там будет просто взрыв. Вот, в общем, могу пожелать вам приятного просмотра. Я уже выполнила свое первое задание — встать в 10:30. Могу сказать, что это было сложно, но я справилась, я сказала «да» сегодняшнему дню. Это хорошее начало, на самом деле. Ну, в общем, погнали. Погнали. Как ты думаешь, когда я задам тебе первое задание? Не знаю. Ну, может быть, сейчас ты скажешь: давай ты поедешь за рулем. Хочешь поводить? Ну вообще, я не знаю, как ты догадалась, но у меня это есть в списке. Ты гонишь. Я думала сделать это позже, но раз ты хочешь... Поэтому ты сказала, что нужны права. Я 5 минут назад спрашиваю: Юля, ты взяла права? Нам они нужны будут при входе где-то там. Ну, короче, давай, доедешь до братьев Караваева. Вы представляете, мы с Юлей только знакомы, столько на машинах и ни разу на друг друга тачках не ездили. Время пришло. Ой, я даже не знаю, как твои бангурины управлять. Да я тебя научу. Я надеюсь, что остальные 10 заданий ты не испалишь. Так, я учу. Это морковка, ее можно есть. Ты просто доедешь до Караваевых и все. Да, ты знаешь, это так просто. Но зато ты знаешь дорогу, ты уверена, каждый день туда ездишь. И так, значит, смотри, да, вот там, вот здесь, вот так сделай. Вот с той стороны, чтобы... На себя потянуть, да, штуку? Да-да-да. Там какая-то штука, типа как капот. Да-да-да-да. Да, это тормоз, как у тебя здесь, только у меня там. Это, да, это назад мы едем. Это первый раз за рулем вообще. Мне так живет. Так, мы не торопимся. Мне надо как-то отъехать. Ты хочешь круг дать или назад развернуть? Назад. Все, сейчас, подожди. Готова? Да. Тормоз жми. Да, жму. Очень далеко. Ага, тогда и вперед себя. Еще дальше уехала. Стой, как где? Стоп, стоп. Кошмар, мы чуть не врезались, ладно. Нет, мы не собирались врезаться. Нет, ну просто было, типа, вперед ехать. Все, ты разобралась? Да. Четыре доехать, думаю, это будет долгая дорога. Ниже, да? Чем твоя? Вообще, да, намного ниже, прикинь. Так необычно. Я думала, у нас с тобой примерно, ну, одинаковый рост у машин. Ну да, твоя более джиповская, чем моя. Машина совсем другая, я хочу сказать. Ну, я, кстати, хотела покататься на твоей машине, чтобы почувствовать вот какую-то такую разницу. Могу сказать, что она есть, она очень большая. Но зато ты еще не врезалась, хотя мы едем уже минуту. Чего бы там не врезаться? Не, ну, у тебя как стекла моются? Ну, короче, моя тачка мне нравится больше. Это, знаешь, это к чему привык? Я думаю, я на любую сажусь, мне уже странно. Очень. Не знаю. На этой очень странно. Она, ну, по чувствительности вообще другая. Моя более мягкая. Самое главное, что педали, как у всех, точно не врежемся. Пистолёшка у тебя. Какая душевная музыка. Все, Юля уже паркуется. Мы доехали до места назначения. Я хочу сказать, что Юля справилась на 5 с плюсом. Как ты считаешь, хорошо это или классно, когда коробка передач вот здесь на руле, а не вот здесь, как у тебя, вот так? Я тебе так скажу. Это, конечно, выглядит более современно, типа прикольно, все дела. Но мне больше доставляет кайфа именно то, что здесь. Потому что я... Чувствуешь себя водилой. Чувствую себя водителем, ну, не знаю... Дедушка мой всегда, когда сидит за рулем, вот так вот сюда кладет руку на эту штуку, иногда может отбивать что-то под песню. Мне тоже так нравится делать. Я всегда сижу, я могу сидеть. Настоящая грузинка, слушай. Короче, там туда-сюда переключаешь. Мы уже почти сейчас войдем в братья Караваевы, и почему-то мне показалось, что ты хочешь заказать сначала одно блюдо, а потом сказать: ой, извините, типа... Я передумала, я хотела другое блюдо, поменяйте, пожалуйста. Когда они уже мне все положат? Надеюсь, ты готова. Можно, пожалуйста,
винегрет с собой. Подождите, подождите, мне накладывайте, у вас там есть капуста? Это у меня. А лучше? Я не знаю. Я не ем. А ты не ем? Пожалуйста, лучше тогда гречку давай. Да. Плохой человек очень. Да нет, и добрый. Смотри, у меня руки дрожат. Ну что ж, мы покушали братьев Каравеллу, взяли покушать с собой, кофе, всякое такое. И сейчас мы поедем в какое-то секретное место, о котором я не знаю. Я не знаю, что там будет и что за... задания там у нее будут, и что да. вообще это такое, потому что я захотела секретик. Но раз мы по очереди задания друг другу даем, то у меня уже для тебя есть одно. Ну? Ты должна с этого момента говорить только с кавказским акцентом. Да, я уверена, уверена, ты хочешь это просто. Я не хочу. Да. Я очень хочу в натуре. Если хочешь, я могу тебе немножко помогать. Да, я хочу, чтобы мы на одной волне были, вот это все. Смотри. О, я вся испачкалась. Ты, я испачкала. А я испачкала свой провод. Ой. А есть у тебя влажная салфетка один? А, да, есть один, есть два. У тебя именно они и есть. И все. Они с пеной. Они с мылом. Это ты, это я. Между нами молния. Мне кажется, дай руки. Они у тебя очень сухие. И мне кажется, что ты хочешь 10 раз сегодня помазаться кремом. Да? Почему нет? Хочу знать, как ты мажешь свои руки. Ну, а кто же будет за рулем следить? Да пофиг. Это ты, это я. Между нами молния ровай, вай, 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 вай. 220 вольт. На десятый раз, брат, ты уже совсем этот свихнешься, даже если... На десятый раз руки мои будут очень мягкие, увлажненные. Булочки московские, спасские, петровские, луги, что-то там любинские. Очень нравится эта песня, просто Ваза. Вот так вот, слушай, просто безумно нравится. Хочу, чтобы мои дети знали эту песню. Нет, я хочу, чтобы мои дети вот так умели говорить. Чтобы дети мои детей знали эту песню. Дети их детей знали эту песню. А как хорошо сказала. Из поколения в поколение, чтобы эта песня была в наших сердцах, в нашей семье. Чтобы ты спустилась с гор и да. подарила им пластинку. Точно. Да, я так езжу за рулем. Вот, это тоже классная песня. Хочу, чтобы ее тоже знали мои дети. А какую песню ты хочешь, чтобы твои дети не знали? Дай подумать. Вот так я хочу. Это что так? Как армяне ездят. Ай, 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 ай. Мама, сели в салона. Чувак, он бы понял эту песню. Он точно бы понял. Ты видел? Да. Он в ухе ковырял. Видел, я не понял. И что ты выучил движение руки? Есть какой интересный? Ну, я не помню. А, никаких резких кайфовых движений? Я ходила не на такие танцы, вот эти, да? Я ходила на армянские, вот эти. Блин, я хочу на вот эти. Можно видео снять, как мы учимся. А потом у нас экзамен будет, видеоэкзамен на ютубе. Пройдем, не пройдем? Да, конечно, пройдем. Ты видела нас? Посмотри, какие чумовые, чумовые. Ой, да, не говори. Короче, из Карибы мы приехали. Очень заинтриговала меня моя подруга Карина. Девочка такая с ней знакомая. Сейчас еще одну хорошую песню включу для тебя. Ой, что ты со мной делаешь? Прости, брат. Ты можешь не делать со мной вот это вот приятное ощущение? Это песня нашего Еревана. Нашего просто кайфовочного детства. Как мы угорали.
Мы под эту песню каждое утро вставали, потому что мой армянский братишка включал ее. Да, да. И забыла вообще откуда она, как мы ее вспомнили. Арик, да, Арик включал. Мы в Ереване с ним вместе были просто. Да. Песня, кстати, не смешная. По-моему, очень смешная. Ты, кстати, проснулась? Захожу я в ресторан. За столиком вижу тебя, смотришь милым взглядом, подхожу к тебе, любя. Захожу в ресторан, за столиком вижу тебя, смотришь милым взглядом, подхожу к тебе, любя. Красивым взглядом сводишь с ума, бои, бои. А ты не хочешь заказать себе 4 раф? Купишь? А ты хочешь купить? Хорошо. Ну да, конечно, хочу оплатить. Давай. И можно еще, пожалуйста, 4 рафа кофе? Ванильных? Да. То есть 1 плюс 4? Да. Ага. Куда себя загнала? Я все еще не знаю, что за место, куда Карина хочет меня привести, но я задала ей один вопрос. Будем ли мы там взаимодействовать с какими-то людьми? Она сказала, что да. Вероятно, что они захотят этот кофе. Можно им отдать. Юля, ты хочешь выставить фотку в сторис, которую ты только что сделала? Вот это? Хочешь? Она ее сохранила, но удалила, а я такая думаю, блин, это хороший повод. Вообще Юля редко тогда такой выставляет, и у меня тоже второй подбородок жесть, но я над этим смеюсь. У меня вообще мощнейший. Блин. Вот видите, ребят, даже с маской кошечки можно выглядеть плохо. Так люблю это снизу. Ну блин, я здесь хуже тебя. Это забавно. Я просто жирная. Неправда, я тоже толстая. Давай. Ладно. Тебе за то, что я сейчас 1000 рублей здесь оставлю. Ты сама это придумала. Ой, это сейчас все еще нести. Хочешь это все понести? Это кайф. Плати, плати. Так, а может наличка как-то поменяется? Невероятная история. Карина Каспарян. Вместо 800 рублей снялось 8000. По-моему, мне кажется, что мы куда-то опаздываем, и тебе надо забить и... Просто... Скажите по бездачу, все окей. Видите, что с людьми творят деньги? Не может оставить. Да ладно, ладно, это жестко. Короче, как закончилась наша ситуация с деньгами? Я просто сейчас иду по делам, через час возвращаюсь, мне должны вернуть мои деньги. Я думаю, что все будет нормально. Честно, мне, конечно, стыдно, что я не смогла сказать в этом Юле. Да, хотя я думаю, что она это типа по приколу сказала. Да не, я по приколу сказала. Да, ну это просто большая сумма. Если бы было 1000... Ну, если бы ты мне сказала, типа, давай оставишь, я бы сказала, ты что, офигела? Ну да. Поэтому да. Не знаю до сих пор, куда мы идем, что за место. Интрига становится более интрижной, но из-за такого долгого ожидания у меня ощущение, что там что-то невероятно крутое, и... А там нет. И это ты зря. Ну там, ты сейчас, наверное, себе думаешь, что там дельфины с китами будут плясать тебе. Такого не будет, просто... По случайному стечению обстоятельств сегодня так получилось. Я уже Карине сказала, что надеюсь, что это шоурум, где нам дадут бесплатную одежду очень много, либо да, мне волосы нарастят. Все догадочней и загадочней. Привет! Мы тут сразу снимаем. Я Настя. Я Юля. Очень приятно. Проходите. Привет, привет, спасибо. Как вы купили за 8000 кофе? Потому что мы купили 5 кофе, и там это 845 рублей. А он нолик случайно добавил. 800. Неужели так? Да. Так, девчонки, нам сюда. Не надо, надо чуть-чуть припудриться там. А мы вообще не знаем, куда мы пришли. Мы пришли на фотосъемку. Да? А луки есть?
Да, да. Все есть. А, тогда класс. Типа я такая, вау, что удивительно. Но она, кстати, она когда гадала, у нее был такой вариант, но я сказала нет. Я говорю, мы будем фоткаться. Да, блин. Так что да, располагайтесь, у вас зажили. Мы купили очень много кофе. У нас три лишних. Понимаете, нет. Вторая порция. Сейчас буду делать мне еще один образ, более такой сияющий. Короче, я тут селфи пытаюсь сделать. Скажите, какая камера вам нравится больше? Вот это Юля, новый, самый новый iPhone. Какой это? Я даже не знаю. Ну, короче, самый новый. А это мой, 8+. Дэм, ты что, собралась на свадьбу? Ты как будто беременная от того, что у тебя там всякие эти ткани. О, вот так жестко. Беременна в 16? 21. Видите эту корону? Сейчас я собираюсь сказать Юле. Тебе очень хочется сделать фотку в этой короне? Да. Это правда. Серьезно? Как? Что за такое у меня ожидание? Как я получаюсь? Сильно? Да, вот смотрю. А, точно. Хочешь, хочешь. Алло, отлично. Как хочешь. Мне вот спереди вот это не нравится. Нет, 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 тебе нравится, нравится. На, возьми, хочешь? Да, она должна сделать фотку. Это мое задание, давайте. Готовы уржаться. Ну, я думала, она испугается. Сейчас. Мы уже едем в другое место, и почему-то мне кажется, что сейчас у тебя есть дикое желание ехать без рук целую минуту. Да, есть. Раз, два, три. Раз, два, три. А, я ж могу ногой. Все, мы спасены. Это очень опасно? Очень. Потому что нет. Потому что моя нога справляется. Да, у меня ни про ноги не было, да, только про руки. Так что, в принципе, ты прошла это задание. Только не загораживай мне камеру. Все, ты прошла. Нет, 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 минуту. Она прошла. Я очень хочу минуту. Она прошла. Хочешь, я так доеду до окна? Слушай, может, обсудим дела насущные? Ну, мне было бы интересно, на самом деле. Нет, мне было неинтересно. Знаете, что поистине мне интересно? Дожить до глубокой старости. Мы почти доехали. Мне кажется, что так как мы стоим на светофоре, ты хочешь выйти и обойти машину. И все? Да. У тебя есть буквально 18 секунд. Обойди, обойди и проверь, все ли в порядке. Все ли в порядке с машиной? Подожди, я должна ее обойти. Она идет. Еще и пнула колесо. Два, один. Интересно. А, быстрее. О, еще один светофор. Может быть, пойти поплясать? Я хочу, чтобы ты вышла и обошла другую машину. Сколько мне? Я не знаю. Давай. Давай, давай. Давай сюда. Зеленый. Извиняюсь, у нас тут поигры. Мне очень стыдно. Ты его машину обошла? Да. А теперь я хочу, чтобы ты доехала до него, туда, где он припаркуется, ехала все время за ним, а потом сказала, какая красивая у вас машина. О, вставай. Давай. Когда же он уже остановится и куда он едет? Мне кажется, он боится. Я хочу, чтобы мы его преследовали до конца, 24 часа. А здесь я не... здесь нету. По-моему, он остановился, чтобы с тобой познакомиться. Он на меня посмотрел. Испугался, он остановился, чтобы меня пропустить. Это ужас. Что, мне за ним ехать все равно? Да. На этом все на моем канале. Первая часть
подошла к концу. Продолжение дня мы будем снимать для канала Карины, поэтому все переходите по ссылке в описании, смотрите продолжение. Не знаю, что там будет, что за жесть ждет меня. Что за жесть ждет ее. Хорошая жесть нас ждет. Надеюсь. Ну, в общем, в любом случае, переходите. Надеюсь, что вам понравилось, было весело, забавно. Вот, всех люблю, целую, обнимаю. И пока. Всем пока.